Феврида, Таврия, земля Киприды. Кто видел край, где роскошью природы оживлены дубравы и луга, где весело шумят и плещут воды и мирные ласкают берега? Вода – красота всей природы. Вода живая, она бежит, она движется и дает жизнь. Дать жизнь в засушливые районы Крымского полуострова по решению советского правительства могла только реализация грандиозного плана – строительство Северо-Крымского канала. И в 1961 году более 10 тысяч молодых рабочих и специалистов различных профессий приступают к возведению стройки века во всесоюзном масштабе. Это сотни различных гидротехнических сооружений, оросительные каналы и дамбы, дороги и мосты, коммуникации, жилые кварталы. Развивалась и культурно-социальная сфера. Строились детские сады и стадионы, школы и дома культуры. И вот в самом сердце Крымского полуострова, в поселке городского типа Красногвардейское, 29 сентября 1990 года был сдан в эксплуатацию еще один объект – Центр культуры и народных ремесел. Началась плодотворная работа по сбору, изучению, развитию традиций народного искусства и культуры, возрождении и сохранении этих традиций в народных промыслах, организация и проведение зрелищных мероприятий, концертов, праздников. Проводились различные выставки декоративно-прикладного творчества, юбилейные торжества. Диплом первой степени, памятный приз и денежная премия вручается Силко Наталье из Республиканской Дворец культуры. Крым – колыбель цивилизации мира. Прекрасный климат, разнообразие растительного и животного мира, питьевая вода, естественные природные пещеры – все это способствовало заселению Крыма с давних времен. На полуострове найдены и изучены многочисленные стоянки древнего человека. Сохранились предметы быта и культурное наследие. Наскальная живопись. По мнению ученых, этим рисункам более 100 тысяч лет. Человек всегда стремился познать мир и себя в этом мире. Из глубины веков к нам дошло искусство мастеров гончарного ремесла.
вода, огонь и мастер. Я в основном работаю с историческими технологиями, с историей нашей крымской. Стараюсь преподнести те факты, которые, может, известны археологам, но малоизвестны широкой публике. Здесь вы видите представлены различные тарелки, связанные с нашей историей, самой древней и средневековьем. Хохлома. Искусство росписи по дереву родилось на Руси, на берегах Волги, в Нижегородской губернии. Более 300 лет мастера хохломской росписи изготавливают свои произведения, радуя глаз и душу тех, кто соприкоснулся с этим чудом. Художник хохломской росписи Глебова Надежда Николаевна. Любовь к рисованию прививалась с детства. Сначала школьный кружок, учеба в художественном училище, работа в различных мастерских. «Мне так нравится рисовать, что однажды я воскликнула: Господи, вот бы мне всю жизнь быть художником и находить в этом утешение». Главный и первый помощник Надежды – муж Александр. Заготовки, подбор материалов, красок, инструментов. Подрастает у них дочь Анастасия. Хохломская роспись в Крыму будет жить и развиваться. Многочисленными и разнообразными видами народного творчества всегда славилась крымская земля. Мастер-сказочник Акопова Галина Филипповна, участник студии декоративно-прикладного творчества «Декор», мастерица по текстильной скульптуре. Своим творчеством она дарит жизнь различным сказочным героям, и вместе они радуют и детей, и взрослых. Я вот выражаю свое творчество вот в таких, ну, казалось бы, безмолвных, но я с ними разговариваю. Они живые. Они что-то, вот каждая кукла по-своему что-то несет. Я занимаюсь текстильной скульптурой вот этих кукол. Это так называется техника текстильной скульптуры. Занимаюсь уже, ну, около 10 или 10 лет. Училась я у мастеров по интернету. Ну, как и всякая женщина, у меня были хобби и шить, и вязать. И вот все это мне как бы пригодилось для создания вот таких вот кукол. Сначала они были не очень удачные, смешные, а потом потихонечку как-то вот усовершенствовалось. У меня получился как бы свой стиль. Всем интересно, конечно, как это делается, что это, почему это. Лично от себя я скажу, если кто-то хочет этим заниматься, это настолько человека углубляет во всех познаниях, и стараешься историческому костюму как-то соответствовать, значит, ищешь где-то что-то. Вот. И, значит, национальный колорит, национальные черты лица, допустим, одежда там и все такое прочее. Мне очень хотелось бы это передать молодежи, вот, потому что это очень захватывающая работа, очень. Здесь столько техники можно применить, здесь столько фантазии можно, как говорится, отобразить. Есть в Центре культуры и народных промыслов и свой театр. Театр живой скульптуры «Галатея». Художественный руководитель театра, она же и режиссер, гример, костюмер, дизайнер, хореограф, заслуженный работник культуры Республики Крым Барская Анжелика Леонидовна. Театральная труппа неоднократно выходила победителем на различных международных фестивалях и конкурсах. Ни одно мероприятие, организованное и проводимое сотрудниками центра,
не обходится без выступления вокальной эстрадной студии «Музыкальная улыбка». Вот уже более 25 лет руководит всемузыкальным департаментом Владимир Карабач, заслуженный работник культуры Крыма, вокалист, композитор, музыкант. Участники студии неоднократно становились лауреатами и дипломантами республиканских, всеукраинских, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. На сцене обладатель гран-при республиканских и международных вокальных конкурсов Екатерина Горайчук. И ты опять не спишь, смотришь и молчишь, все слова не мы, слова это и не мы. Не моя вина, что время, как стена, ты безмолвен, я одна с тобой, но одна. Давай, братан, ты мне налей, и выпьем мы за дембелей, за медсанбаты и врачей, и за отчаянных парней, за тех, кто был на той войне, кто душу закалял в огне, за честь мундира, за Кавказ, за тех, кто выполнил приказ. Поистине, украшением всех праздников, фестивалей, соревнований различного уровня является танцевальный клуб «Кассиопея» под руководством Елены Ключниковой и Елены Румбах. Коллектив завоевал множество призов и наград. Центру культуры и народных ремесел исполнилось 26 лет. Уже 26. И всего 26. Все эти годы коллектив бессменно возглавляет директор центра, заслуженный работник культуры Республики Крым Барский Николай Иосифович, который уверенно смотрит в завтрашний день. Впереди много планов и свершений, поисков и находок, работы и желания дарить людям добро. В добрый путь к новым победам и свершениям.